И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу вам о том, как пополнить кошелек на Gate.io с помощью коинов, рублей и вообще любой валюты. Но перед началом видео я хочу напомнить вам о моем телеграм-канале, в котором я рассказываю о своей жизни и даю много инфы о крипте, что я покупаю, что продаю. Например, недавно участвовали в 100% airdrop, так что переходи по ссылке. Кстати, в телеграм-канале также писал, что продал 90% крипты, когда биткоин стоил 60 тысяч долларов. И пока что я прав. Также будет опрос у россиян на улице, а вы пишите свои вопросы. Самые интересные я задам людям в следующий раз. Привет, отвечу на пару вопросов. Да, конечно, почему нет? Как ты относишься к криптовалютам? Слушайте, думаю, хороший способ заработка прежде всего, хороший способ анонимизации, да, то есть анонимной передачи. И думаю, хороший способ межнациональный, то есть он вот эти ломает границы, да, так сказать. И как ты думаешь, криптовалюта это пирамиды? Думаю, вряд ли все-таки. Думаю, это за этим будущее, думаю. Спасибо. Единственный момент, думаю, из-за этого вот плохо, что все дорожает. Спасибо за ответы. Да, пожалуйста. Теперь перейдем непосредственно к теме видео. Для начала разберемся с пополнением монетами. После успешной регистрации нам следует перейти во вкладку Wallet, далее Spot Account, в окне поиска выбрать монету, которую будем пополнять, например, Ethereum, Bitcoin, TRX, USDT и тому подобное. Кстати, на бирже доступно более 10 тысяч монет, которыми можно пополнять кошелек. Но самыми популярными остаются биткоин, эфириум, ну, в общем, TRX, там, USDT, это понятно. Доджкоин какой-нибудь. Рекомендую пополнять теми монетами, ну, которыми вы считаете нужными. То есть, если TRX, комса маленькая, USDT. В общем, сами выбирайте. И можете сказать, чем вы обычно пополняете. Я обычно перегоняю TRX, потому что там комса маленькая. В приложении все довольно так же легко. Заходим в кошелек, копируем наш адрес, выбираем правильную сеть. И лучше пополнять монетами, где комиссия маленькая. Ну, логично, в TRX, там, где, например, комиссия, ну, максимум 100 рублей. А я недавно битки выводил, так там комса было больше 1000 рублей. Ну, так что выводите правильные монеты. К примеру, можно закинуть TRX на Gate. Мы потратили на комсу всего 100 рублей. Потом просто TRX поменять на USDT, а за USDT купить биткоин. Все, мы сэкономили 1000 рублей. Все, после того, как мы отправили монеты на наш счет, они должны будут прийти, и скорость, с которой они придут, будет зависеть от самой монеты и блокчейна. Все, нам пришли монеты, теперь мы можем ими торговать или вывести обратно на кошелек. Теперь расскажу о том, как пополнять кошелек с помощью рублей и долларов. Схема не сильно отличается от пополнения монетами. Единственное отличие это то, что перед пополнением нам необходимо конвертировать рубли в монеты. Для этого подойдет обменник BestChange. Я рекомендую обменивать валюту в USDT, так как там самые выгодные курсы. После успешного обмена и поступления средств начинаем торговать. Но будьте аккуратны, посмотрите пару гайдов о BestChange, потому что, ну, бывают некоторые трудности, и чтобы не ошибиться, все проверяйте несколько раз. Также напоминаю вам о моем телеграм-канале и об опросе. Обязательно напишите свои вопросы. Самое интересное я задам в будущем другим россиянам. Все. Подписывайтесь на канал, вас тут ждет много интересного. Также, кому понравилось это видео, можете посмотреть мой плейлист Gate.io. Там уже более 10 видео. И будьте аккуратны. Проверяйте несколько раз, когда вы отправляете криптовалюту и получаете. Это важно, потому что из-за маленькой ошибки средства могут не прийти.